11 ноября 2000 года Казань торжественно отпраздновала 125-летие появления в городе трамвая. Более того, этот раритет горожане смогли воочию увидеть. Пара лошадок, Олимпия и Плавная, бодро привезли первую казанскую конку к театру Камала. Ну раньше так, видать, ездили же. В качестве подарков на юбилей от городских властей предприятие «Горэлектротранс» получило новенький трамвай и троллейбус. Водители, которым посчастливилось управлять этими машинами, тут же поведали об их преимуществах. Чем остальные вагоны, он очень теплый вагон. И в кабине все преимущества. Теплый воздух подается калорифером. Для пассажиров он лучше, удобнее, комфортабельнее. И водитель, он не шумит, он абсолютно бесшумный. Кстати, пустили новый трамвай по маршруту номер 2. Он считался в те годы одним из самых сложных. Не каждый вагон мог преодолеть крутой подъем на улице Бутлерова. Летом 2011 года трамвайные рельсы по этому маршруту были демонтированы для увеличения пропускной способности по улицам Бутлерова, Волкова и площади Тукая.